У меня для вас супер предложение. Оно шикарно, оно сведет с ума любую женщину, потому что каждая женщина скажет вам, что она обожает бриллианты. Да, вы, конечно же, правы. Речь о них, о самых дорогих, о самых желанных, о самых ценных, о самых любимых натуральных камнях. Ограненные алмазы называются бриллиантами, и мы делаем вам супер предложение. Откройте сезон золотой осени вот таким вот золотым ювелирным приобретением с бриллиантами. И мы всегда идем вам навстречу, мы предлагаем максимально широкий выбор, и в этом лоте тоже есть выбор. Серьги «Королева сада» представлены в двух модификациях. Давайте мы сразу разберемся, чтобы вы уже точно знали, что вы будете оформлять в колл-центре. Это версия в золочении, это версия в родировании. Важный момент. В любой модификации серьги имеют комбинированное покрытие. Здесь мы видим наши прекрасные цветки камеи, дополнены родированными цветками. В этой версии они дополнены золочеными цветками. Но самое главное, что цепляет в этом лоте, цепляет наш взгляд, это прекрасные вставки. Изумительные бриллианты в центре каждого цветка. Как будто бы, знаете, такая ювелирная, драгоценная росинка. Это предложение в нашем эфире данной осени первый и последний раз. Вот так на первой сентябрьской неделе мы делаем вам вот такое щедрое предложение, абсолютно уникальное по своей сути, и оно у нас не повторится. Чтобы вы потом не спрашивали, а у вас еще бриллианты будут за 2999 рублей? Увы, думаю, что вам будут вынуждены ответить операторы колл-центра, что, знаете, все, у нас это предложение было 6 сентября, оно не повторяется. Чтобы вы были в курсе. Итак, абсолютно беспрецедентное золотое предложение золотой осени. Серьги «Королева сада», серьги с бриллиантами по цене 2999 рублей. И сейчас я хочу доказать вам, что все здесь абсолютно правдиво, открыто, честно. Я не хочу быть голословной, у меня для вас имеются доказательства. Но в первую очередь это паспорт на ювелирные изделия, где написано, а точнее напечатано черным по белому, что это действительно бриллианты. Давайте прочитаем паспорт. Кстати, в магазинах не учат читать ювелирные паспорта, а мы с вами это сделаем. И я все для вас расшифрую. Очень хочу, чтобы все для вас было понятно до последней буквы в этом паспорте. Итак, паспорт на серьги «Королева сада», который только сегодня имеет уникально низкую цену – 2999 рублей. И это серьги с драгоценными двумя бриллиантами. Обратите внимание, бриллианты круглые огранки, в них 17 граней. Степень огранки совершенная, она обозначается первой буквой алфавита «А». Далее, буква, отвечающая за показатель цветности – 2 из 8. И буква, отвечающая за показатель чистоты – 3 из 8. Учтите, что это очень высокие показатели, потому что камни с показателями 1 встречаются только в закрытых коллекциях. Далее важный показатель – это вес 0,01, не тысячная, не десятитысячная. Вы в магазине обращаете внимание на эти показатели? Нет, продавцы просто их игнорируют. Ну и в магазине в принципе таких цен на бриллианты не бывает. Вспомните, когда последний раз вы заходили в ювелирный. Что вы видели на прилавках с бриллиантами? Какие ценники? Я думаю, что скорее всего, вы просто поворачивались и уходили, чтобы не пугать себя этими безумными ценами. Итак, 2999 рублей – это роскошное, шикарное предложение за серьги с бриллиантами, либо в золочении, либо в родировании. Прелесть в том, что украшение у нас имеет комбинированное покрытие. Это очень важно, потому что вы получаете ювелирное изделие абсолютно универсальное. Во-первых, бриллианты, и, во-первых же, такие универсальные. Это мечта каждой женщины. Но признайтесь, вы ведь хотели бы носить бриллианты каждый день. Убираем «бы» из этой фразы, потому что вы можете себе это позволить. У нас настолько доступная цена на бриллианты, на два бриллианта, что вы точно можете позволить себе носить это украшение хоть каждый день. Помимо того, что вы получаете супер низкую доступную цену на серьги с бриллиантами, в
в качестве презента абсолютно бесплатно. Вы получаете ювелирную булавку, серебряную булавку, покрытую золотом с россыпью фианитов. Вот такое супер предложение мы делаем вам. Посмотрите, они великолепны. Сложно выбрать, я вас понимаю, какую же версию предпочесть, какую модификацию, золоченую или родированную. Каждая прекрасна. Мне говорят, что сейчас самые популярные золоченые серьги. Но я вам посоветую следующее. Если вы хотите классику жанра, выбирайте золочение. Если вам нужно нечто необычное и очень модное, как говорят французы, а-ля мод, вот действительно на модной волне, выбирайте родирование. Потому что сейчас самые известные, самые крупные исторические ювелирные дома создают целые коллекции бриллиантов именно в родированном серебре. Итак, бриллианты по уникальной цене. Вот такое щедрое предложение сегодня на канале Shop & Show. Беспрецедентное предложение. Серьги с двумя бриллиантами стоят 2999 рублей. Экономия на них сегодня 1800 рублей. Я сняла одну сережку с подставки, чтобы продемонстрировать вам, насколько это еще и удобное ювелирное изделие. Оно не только нарядное, оно еще очень комфортное. Посмотрите, длина штифта составляет сантиметр. Это значит, что они подойдут на любую мочку, даже на плотную. Но это еще не все. Значительно занижен штифт. Давайте это измерим. Не будем догадываться, насколько. На 3 миллиметра я вижу. И сделано это для того, чтобы прикрыть прокол. Паспорт на серьги я вам демонстрировала. Он приезжает с каждым украшением. Но я еще с удовольствием покажу вам пробу, чтобы вы убедились в том, что это ювелирное изделие. Ни о какой бижутерии речь в моей рубрике не идет. Это 925-я проба. Серебро в золоте и именник производителя. Если вдруг вы пропустили момент презентации паспорта, я покажу для вас его еще раз. Мне абсолютно не сложно, а для вас это очень важно. Я в этом уверена. Итак, посмотрите, паспорт на серьги, вне зависимости от того, какие вы выбираете, золоченый или родированный, у меня паспорт как раз на родированную версию. Здесь мы читаем самое главное, драгоценные два бриллианта. Бриллианты круглые, 17-гранные. Показатель огранки совершенный. А, вторая из 8 чистота, цветность, 3 из 8 чистота и очень достойный вес. 0,01 карата. Не тысячная, не десятитысячная, не крошка, а полноценный, прекрасный, блистательный камень. Бриллиант. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сегодня в нашей рубрике действует презент, предложение с подарком. При любом ювелирном заказе вы получаете абсолютно бесплатно ювелирную булавку. И я уверена, Ксения вам ее тоже продемонстрирует, потому что такой подарок подойдет к любому образу. И к золоченому, и к родированному. Но первый основной наш подарок, это, конечно же, цена на бриллианты. Какая она приятная, какая она низкая, какая она доступная. 2999 рублей за серьги с двумя бриллиантами. Но это еще не все. Они ведь серебряные, они ведь еще к тому же в золоте. У нас для вас есть версия и в золоте, и в серебре, в родированном серебре, что очень и очень важно. Поступил запрос измерить высоту сережки. Конечно, с удовольствием для вас это сделаю. И тут еще одна приятная новость. Высота сережки 19 миллиметров, а это значит, что такое украшение абсолютно универсально. Эти серьги вы будете носить и на работу, и на прогулку, и на встречу с друзьями и подругами, и на вечерние мероприятия, на семейные посиделки. Они абсолютно универсальны. Успейте забрать супер предложение осени только один раз этим днем. Сегодня, 6 сентября. Бриллианты по самым приятным ценам.